И будут? Кто будут? Сиськи! Кто будут? Сиськи! Подожди, выпускай, я извините, мне уже смешно! Подъеду, кто из вас играл в КВН когда-нибудь? Но у кого-то примере, в другой жизни, это не важно, выходите на сцену! Эстрова, помоги нам! Хлопайте, друзья, это же начало! Хлопайте, друзья, эти люди дарили вам улыбки! Вот она, вот она! Что вы должны разделиться на две команды? Женская сборная «Эконома» и мужская сборная. Пожалуйста, друзья. Ну-ка, ребят, давайте по половому признаку. Итак, друзья, у нас первая команда называется... Киски Саша! Друзья, мы собрались сегодня здесь, чтобы начать хрен знает что! Поехали! Отбор нам не дают сегодня время ведущий! Он сидел сутка! А теперь у нас первый странный конкурс. Все конкурсы сегодня будут странными, но мы будем делать вид, что они притянуты за уши. Итак, первый конкурс называется «Приветствие». Но сегодня «Приветствие» будет немного в необычном формате. Как вы знаете, и как знаем мы, перед этим выпускным у вас было голосование. Вы можете отмечать его здесь или поехать за город. Кто хотел за город? Кто поехал за город, друзья? Сейчас мы будем играть в некую игру «Да-но», где каждую новую фразу команда отвечает слов «Да-но». Итак, предмет спора прост. Парни хотят поехать за город, девочки, это неправда, не хотят как бы поехать за город. Поэтому, друзья, одну секунду, важно, говорите по очереди. Если вам не нравится, тут же подаете знак. И начинаем с... начинаем девушки с фразы. Пусть у них будет хотя бы 30 секунд на подготовку. Максим, да, но ничего не будет. Да, но ты мужик, а мы не гей. Итак, женская сборная, вы помните, с какого фразы вы начинаете? Да, но ничего не будет сегодня. Да, но мы едем за город на две ночи, и там точно все будет. Да, но мы туда не едем. С кем у вас будет? Да, но мы с факультета экономики, у нас точно с кем-нибудь будет. Да, но с интегралами. Да, у нас есть шансы. Но только для риска. В Париже все свои, да? Да, по здесь я с Серёвой, но сейчас... Что за немецкий язык? Это армянский язык! Да, но почему-то защищал диплом на армянском. Друзья, по-моему, отстойно получается. Да, сиськи! Да! Сиськи! 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 Сиськи на сцену! Вот и да, сиськи так! Можно в черном ящике? Итак, друзья, закончился первый конкурс, признаться, он получился весьма отстойным. Все, я предлагаю дать команду по минус баллу. Мы предлагаем, друзья, дать команду по минус баллу. Как вам такой вариант?
Я предлагаю так финалист Звезды Томска. Ребят, давайте вообще изначально вспомним, что такое КВН. Клуб веселых и находчивых. Сейчас каждая из команд должна собрать за минуту собственный коктейль. Вы должны взять даже самую большую тару и сделать коктейль. А потом нам расскажет, что это за коктейль. Время по залу. Вы находчивые, друзья, побежали на коктейль. Коктейль вечера. Что-то налить и получится что-то. Если ты за кого-то болеешь, помогай своим друзьям. Напоминаю, осталось 20 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили конкурс, друзья. Поднимайтесь вашими коктейлями на сцену. Пожалуйста, распределитесь по командам. Уписать новобранцы. Как тебя зовут? Кострома. Мало кто знает, что Кострома — это самая большая киска в России. Так вот, я надеюсь, никто не возражает, если мы начнем с альтернативного участника. Итак, Кострома. Кострома, друзья! По-моему, это облепиховый сок с шавелем. Мы сказали не все. Помимо того, что ты сделал свой коктейль, ты должен его назвать и обосновать, почему он называется именно так. Кострома, начинай. Мой коктейль называется «Самый большой плат для самой маленькой киски». Это все ради тебя. Здесь одна четверть борща, приготовленного моей девушкой. Здесь еще два кусочка мяса, чуть-чуть совсем виски, половинка бывали яблочного сока и, скорее всего, заплюнул. То было совсем вкусно. Самое интересное, что сейчас под ваши громогласные... Под ваши громогласные аплодисменты мы предлагаем Костроме выпить коктейль «Большой Игнат» для маленькой киски. Друзья, ваши аплодисменты — это больше мяса. Важно, что я от себя позволю себе добавить, что от этого коктейля не бывает похмелья, от него только чувство удовлетворения и сытости. Теперь наши конкурсанты. Нет, пожалуйста. Нас снимает съемочная группа Первого канала. Привет, Жанна Агаланкова. Первого канала Одинцова. Бьёточка в новостей. Ребят, давайте, армянский лоскут налево, да? Киски направо. Коктейль называется «Эконом пиздец». Ебанутый эконом! Это интересно, где мне капли жидкости. Есть жидкость! Здесь есть жидкость, как вы можете заметить. Рубашка, кофта, провода зарядки айфона. Кошелек, телефон. Много денег, вся жидкость в платоне находится у нас. Миша. И галстук. Друзья, я так понимаю, чтобы если Кострому попросили выпить наш коктейль, то в данном случае мы попросим ребят съесть его. Послушай, давай так. Сей, послушай. Они его пьют. Сеня! Занюхай! Остров армянский. Чем славятся армяне? Своим гостеприимством. Пожалуйста, выкиньте все, что у вас в этой перебочке, в зал. Выкиньте! Ну вы плести в зал вот этим, плести. Давай, плести в зал, просто в зал плести. Нет, не этим, вот этим, вот жишоком своим плести. Вот они, армянский остров. А теперь переходим к фаворитам. У нас есть булка табака. Итак, состав. Виски, кола, соль. Виски, кола, булка. Виски, кола, соль. Поаплодируйте нашему коктейлю. Друзья, как вы понимаете, сегодняшнее мероприятие не состоялось бы без поддержки нашего спонсора, представителя студсовета, которого приглашаем на эту сцену. Плюшевый, главная булка эконома. Плюшевый, если не армянин, которого мы предлагаем испробовать этот коктейль. Этот представитель явно поддерживает сторону армянского острова. Итак, мы предлагаем... Это ядовитый мухомор. Давай, бей.
Мы утонем, но пусть он выпьет и скажет победителя. Уставим плюшевого... Я фишка в волосике, который плавает сверху. Yeah.